третьем на балансе, надо было дожимать, конечно, этот сет. После этого она очень резко прибавила и в скорости, и в мощи, и просто другая игра вообще пошла. Я четвертый сет просто за 2 секунды проиграла и в пятом начала гореть. Но как-то вот сила воли, я не знаю, борьба включилась, и я пыталась зацепиться, как-то найти какие-то варианты, чтобы с этой игрой уже сопротивляться этой игре. На 10 проиграла, обидно, а потом проигрывала даже опять и как-то вот расслабилась, успокоилась чуть-чуть. И она уже зажалась немножко, тоже какие-то простые ошибки, я спокойно на 6 выиграла, даже не поняла как. Ну а 7-й сет это уже нервы, я считаю. Это я начала здорово и потом, видимо, зажалась, я не знаю как это, ну там уже нервы просто, каждый мяч уже страшнее и страшнее. И вот, как видели, все решилось, как всегда, в 7-м на 9. 7-й сет, это уже, я считаю, просто у кого нервы, наверное, не сдадут, тот и выиграет. Ну и удачи, наверное, кому-то.